Привет, привет. Короче, братва, дотюковался. Выехал сегодня тюковать. Помощников никого нет. Буду сам потихонечку шморгать. Помаленечку. С прицепом, с хоботом. Сделал я хобот. Я теперь думаю, что я раньше его не сделал, блин. Хорошая вещь. Хотя, с одной стороны, если бы я сегодня тюковал бы без хобота, я бы, наверное, бы поле бы почти бы затюковал. Сейчас бы лежало сено на поле. Ну, короче, сейчас не факт. Сейчас чуть поподробней, что случилось. Тюковал, тюковал. Приехал ко мне пацан забирать, короче, сено. Загрузили сено, я вал отбором мощности выключил, все. Пресс остановился, все хорошо. Короче, загрузили его туда-сюда, он со мной рассчитался, потрындели. Он говорит, сейчас я еще ходочку, короче, говорит, часов после 6 приеду. Да, все, думаю, сейчас еще прицепчик натюкую, отвезу. В общем, все, вот этот вот канитель в процессе дня. Короче, залажу трактор, включать вал отбора мощности. И вот тудым, сюдым, нигде ни хрена. Твою ж мать, вообще ничего. Короче, не работает. Это вот шняга. Приехал домой. Вскрыл вот пол, вскрыл сюда, думаю, сразу глянул. Что я сюда полез, потому что мало ли, думаю, может диск оборвало сцепление, может тут меня когда-то за сцепление звездочка выходила, там, короче, гайка откручивалась. А сейчас там на штопорном кольце вал я новый купил. Думаю, так вот вышла звездочка. Пробую, ничего, аж слышно, что аж вот тут вот стукает вал, когда там пытаюсь крутить. Все там зацепление. В общем, сейчас достанем вот эту вот мясорубку. Мясорубка включает трубу. Туда-сюда двигает. Почему? Потому что на заглуши нам попало на зубы. То есть на зубы не попадало. Я прямо так вот... Ну, оно слышно. Но она, короче, не включалась, пока не провернул вал. И потом раз попал на зубы. То есть, если на зубы включается, попадает, то что-то вот это вот или трубе гаплык этой может быть. Или хрен его знает. Или валу какому-нибудь. Вот слышно там что-то. Как бы включается. Хрен его знает. Или не выключается. Может с лицам. Главное, чтобы не вот этот вал. Потому что придется раскатывать, снимать промежутку. Тот вал или труба. Хрен с ним. Вытащили вал. Слили масло с коробки. Вытащили вал. И все. Короче, капец. На послезавтра дождь. У меня херова туча лежит сена. Даже если я завтра выйду, скорее всего, я ни хрена не успею. Еще неизвестно, что тут. Сейчас он сливает солярку, бак надо снять. Полезть, снять сначала мясорубку. Начнем, короче, с меньшего. Снимем мясорубку, посмотрим, что с мясорубкой. А потом уже будем думать, что делать дальше. Короче, капец. Вот это всегда, когда только через село поедешь с тюками, начинаешь возить постоянно все. Это каждый год так. Когда начинал, короче, там за селом, где ничего никто не видел, когда я там начинаю косить, что я там делаю, все было прекрасно. Только через село вечно поедешь, или с сеном, или с соломой, все, сразу что-то отваливается, отпадает. Хотите, верьте в это, вы верите, не верите, я уже верю, потому что это постоянно, из года в год. Тюковали хер знает где, в соседнем селе. Все вообще, блин, на изи, все прекрасно прошло. Только приезжаешь в свое вот сюда село тюковать, что-то делать, все по-любому что-то отрыгнет. Блять, и дождь на послезавтра. Сколько сена лежит, это просто капец. Короче, придется в этом году, наверное, первый укос весь ложить в ярок. Выбрасывать. Ай, капец. Было у меня когда-то такое. Не очень приятно. Останутся люди без сена, без этого. Ну, блин, какого хрена? Все ж перебрано, все сделано. Ну, сейчас посмотрим, что там. Сейчас вытянем сначала мясорубочку. Ну, включение, привод. Посмотрим, что там. Потом вытянем сзади вал. Будем, короче, смотреть. Короче. Повытягивал я валы. То есть вал. Тут вал, что идет через коробку, крутится, одеваю трубу, вращаю,
там на выходе не крутится. Хрен его знает. Короче, собрать его все нахер до кучи, наверное, блять. Выставить его нахер на продажу. У меня уже достали эти, блин, трактора, эти сенокосы. Тут все вроде как нормально. Не знаю. Тут все стоит на месте. То есть ничего не вращается. Шестеренки в зацеплении. Все в зацеплении. Где-то что-то, где-то что-то, чему-то. Вот тут вот труба. Вытянуть. Хер ты его вытянешь, этот вал. Хотя у меня там штопорное кольцо и не стоит на валу. Его там и не было. Но отсюда я вал этот никак не вытащу. Не раскатываю трактор, чтобы посмотреть, что с ним. Полы-то завтра скину. Сегодня ни хрена уже не буду делать. Ну его нахер. Или не буду скидывать. Наверное, соберу его так. В объявин нахер накатаю, что он не работает вал. И нахер надо. Короче, надоело уже так, блин. Ну, что там могло быть не так? Все подшипники новые, все, блядь, новые. Что с ним не так, а? Это ладно, я где-то там что-то, как-то, блядь. Все ж поставил, все подшипники новые. Все поставил новые. Я, короче, нету слов. Как у нас говорят, или пороблено, или я не знаю. Пресс еще бросил, хрен знает да где. Думал, что не включается это самое. Думаю, скорее всего, не включается. Что-то я решил на эту трубу. Потому что я там дешманскую купил. Или думал, может, сама мясорубка включения не работает. Ну, а получается, что, короче, не вращается вал. Где-то между промежуткой и там коробкой. Ну, я трубу ставил, кручу, она крутится. Легенько вообще, нету где-то зацепления. А что за херня, хрен его знает. Не знаю, отсюда ничего такого не видно. Стоит там труба, шлицы на месте, все. Шлицы вставляются, все на месте. Ай, блядь, как оно... Короче, весь первый укос, все скошено у меня. Весь первый укос скошен, все было, должны были. Это мы сегодня, завтра и послезавтра все убрать. Как раз все, все должно было быть по плану. Клиенты ждут, все ждут. Должно быть, короче, все было быть по плану. В общем, основное... Короче, основной весь... Короче, сезон, все, сезон просранный. Второго укоса толком не будет. Короче, это такое. Третьего тоже. Первый укос, он основной. Еще надо за аренду земли платить. За разную хрень. Наверное, я все-таки, короче, давно хотел эту всю фигню забросить. Не знаю, пересплю с этим всем. Может, соберу, продам. Трактор за пару косарей заберут по-любому. Пресс тоже косаря за два, за три заберут. Пресс офигенный. Что там еще у меня? Косилка есть. Косилка, плужок. А дыбушонок оставлю, дрова возить. С маленьким прицепчиком. А прицеп еще у меня одноосный есть. Тудым-сюдым. Тысяч на семь разного барахла. Может, даже до десятки дотянем. Ну, десятка зелени будет. Потому что уже надоело. Блин, постоянно люди летом ездят отдыхать, купаются, работают. Машины, блин, покупают. Тут такое, короче. Целое лето, сука, в этом, блядь, аквариуме сидишь в жару. А по итогу выхлоп. Все в запчасти, все в ремонты. Короче, не знаю. Пересплю с этой мыслью еще. Ну, короче, сезон уже просранный. Уже в этом году. Уже все. Это ж еще надо... Теперь оно лежит скошенное. Его надо, мало ли, мало того, что оно просранное, туда еще теперь надо ввалить бабок. Это надо сейчас поремонтировать трактор, потом выехать эту всю хрень гнилую, затюковать и потом вывести куда-то, выкинуть в ярок. То есть это грузчикам заплати, грузчикам по 2,50 заплати, чтобы будут в прицепе складывать. То есть, сами понимаете, а там дохренище будет.
короче, солярку затюкуй. Нитка тоже пойдет. Ну и все. И бабок даже не будет стартовать на второй укос. Короче, как-то так. Короче, херня. Надо нахер завязывать с этими сенокосами и идти на работу и работать себе спокойно. Где-нибудь нормальную работу искать. И нахрен оно надо. И потихонечку копеечку в тумбочку откладывать нафиг. Потому что с этой херни оно деньги тянет, тянет, тянет. Все дорогое, все деньги тянет. Прыгаешь, бегаешь как дурак. Ни дня, ни ночи, ни отдыха, ни продыха целое лето. А итог никакой.